До студії нового дня завітав голова громадської організації Федерації аматорських миколаївських театрів Артем Свистун та заступник голови громадської організації Федерації аматорських миколаївських театрів Людмила Оспадова. Доброго ранку, друзі! Дуже раді вас бачити в нашій студії. Сьогодні будемо презентувати свято у вашій федерації. Хотілося б дізнатися детальніше. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить редакцию, программу за то, что приглашаете на подобные мероприятия. Очень приятно общаться с такими прекрасными ведущими. И пригласить вас, прежде всего, на мероприятие, которое состоится завтра. И всех жителей города Николаева на юбилейную программу. Это десятилетие Федерации аматорских театров, которое состоится в концерт-холле «Юность» в 18:00. Что же это будет? Это будет представление, где будут представлены все аматорские любительские театральные коллективы города Николаева. Они входят в состав этой федерации, и они покажут свои достижения, свои какие-то концертные номера, капустники, и отрывки из спектаклей. И всегда задают вопрос жители города Николаева, куда же отвезти ребенка, куда отвезти, в какую студию, или куда можно пойти. И вот у всех возможность будет ознакомиться с нашими театрами города Николаева. Это будет чествование руководителя театральных коллективов, потому что за 10 лет нашей кропотливой работы и проведения фестивалей, естественно, с участием телецентра, который всегда освещает наши проекты. Это международный фестиваль театральных коллективов «Южные маски», который проходил квест «Детство фест». Вот. Ну и в составе федерации более 15 театров. То бишь, вот мы увидим эту программу. И помимо этой программы у нас еще днем, и Людмила, я думаю, расскажет, как автор либретто нашей пьесы. Днем мы приглашаем тоже всех жителей города в концерт-холл «Юность», где уже в четвертый раз мы будем показывать спектакль «Алые паруса» мюзикл. Это работа театра «Стук», очень красочная, яркая, интересная, и надеемся, что зрители... Совместно с театром танца «Ритмы планеты», который, да. Проект, который вот, как бы, мы посвятили десятилетию нашей общественной организации. Тобто, як я розумію, Миколаїв та наші містяни на цей вечір мають чим зайнятися, будь-яка аудиторія від дорослих до маленьких може завітати. Хто зберіг знатися, святкуєте юбілей? Що такого відбувалося, що можете згадати цікавого за ці роки? Ну, за эти 10 лет очень много проектов у нас. В принципе, мы создавали Федерацию аматорских театров для того, чтобы была возможность реализовывать какие-то творческие проекты. Ну, среди них уже Артем Александрович рассказал, что это и «Южные маски», и «Квест детства фест», и театральная школа, международная театральная школа «Театрон», которая в этом году будет уже второй раз проходить у нас в городе, и много разных других, и День Европы, и День города, и открытие городской елки, и это все на счету Федерации аматорских театров. То есть вместе, как говорится, легче жить и легче творить. Да, ну хочу добавить, Людмила, спасибо. И мы совместно вот с Людмилой, когда еще в молодежном театре «Стук», мы говорили, давай вот создадим, как бы объединим это усилие, объединим это в федерацию театральных коллективов. Потому что возникало очень много таких юридических вопросов, проведения права этих проектов. И вот решением сессии городского совета, и причем очень интересно, 23 марта 2007 года, тогда еще на то время это был День работников культуры и аматоров народного творчества. И так совпало, что вот именно знаковые такие цифры в этот день. И мы получили разрешение, сейчас вот прошли перерегистрацию, и хотелось бы отметить поддержку еще людей, которые помогают нам. Это Управление по делам семьи и молодежи, Управление по вопросам культуры, охрана культурного наследия, Управление культуры и Управление Департамент молодежи области. Это те органы, которые всегда поддерживают федерацию. И мы чувствуем это и финансирование на проведение, техническое обеспечение этих проектов, ну и, соответственно, и моральная, и поддержка очень часто нужна аматорам, потому что, когда ребенок приходит в коллектив и получает определенные там грамоты, какие-то заслуги, смотришь на эти лица, на эту жизнерадостность, и человек понимает, что тем, чем он занимается, это не зря потраченное время. И вера, которая вот отдается искусству, это действительно за многие годы у нас поддерживает наше развитие общественной организации. Свято завтра у вас, але подаруночек сьогодні ви також зробите нашим телеглядачам. Хочемо сказати, що ви можете телефонувати за номерами, які бачите зараз на своїх екранах, для того, щоб отримати запрошення на шоу «Одного разу в Миколаєві 10 років по тому». Хочеться від вас почути ще раз презентацію того, що буде відбуватися, щоб наші телеглядачі точно знали, чому їм варто туди піти. Це буде шоу, концертна програма з участием наших ніколаївських аматорських любительських театральних колективів, яка буде показана в необычній формі. Це «Однажды в Николаєві 10 лет спустя» вот була создана така общественная організація. Це буде інтересна презентація концертних номерів, це будуть отривки з спектаклів, це будуть шоу-номера. Вот, режиссер-постановщик цього проєкту Віктор Мозговой, який дуже часто
делать подобные массовые зрелищные проекты. Ну и даже хорошо проведенное время вечером, и особенно вечером проведенное в театре, это действительно заряд эмоций, энергии на последующее развитие человека. Говорили ми з вами, я думаю, що бачать це усі миколаївці, що за 10 років дійсно дуже багато проєктів було вами створено. А чи є якісь плани на майбутнє? Щось можемо провідкрити якусь завісу? Ну, можемо, да, Ліна? Ну, да, наверное. Ну, как бы проект «Алые паруса» жители города Николаева уже во многом видели, и это очень приятно, что есть постоянные зрители, есть развитие, ребята работают, и мы планируем поездку на международный театральный фестиваль «Беларусь», как мы делали в прошлом году с постановкой, спектаклем в джазе «Не только девушки», но проект мы хотим небольшой приоткрыть завесу, мы делаем гастроли по Беларуси, у нас будет выступление еще в Бресте, в Минске, это будет действительно такой творческий обмен, и в перспективе мы хотим повести еще спектакль в Болгарию, в Варну, на международный тоже проект, потому что показать вот наше творчество. Наши люди всюду. Конечно. Вот. Ну и в этом году театр «Стук» подтверждает звание народного коллектива. Мы делаем две постановки. Одна из них по произведению нашего автора, нашего краеведа. Это Троянов. «Завтрак у городского головы». Это краеведческая будет постановка, драматический спектакль. Ну и приоткрыв завесу, очень многие там задают вопросы. У меня в социальных сетях на стене идет молитва Экзюпери. Это действительно, вот мы хотим поставить актуальная пьеса – это «Маленький принц». Мюзикл, который будет поставлен на трех языках – французский, украинский и русский язык. Знову дивуєте нас, знову доказуєте, що йдете у ногу з часом, у ногу з модою на постановки. Сьогодні також святкується День сови та жайворонка. Хотілося б дізнатися у вас, ось ви люди творчі, як ви прокидаєтесь, хто ви за цим розподіленням сова чи жайворонка, який секрет у вас бадьорого ранку? Люда? С меня? Да. Ну хорошо. Вообще по природе я жаворонок. Но дело в том, что вот театральная деятельность, непосредственно аматорская, превратила человека-жаворонка в человека-голубя, который может поздно засыпать и рано просыпаться. Вот. И чем раньше встаешь, естественно, тем больше всего успеваешь сделать. А ось який ваш секрет для того, щоб рано прокинутись? Я думаю, що совенята наші миколаївці, коли вранці прокидаються, дивляться на годинку, думають, ну ще 5 хвилиночек, ще трошки просплю. А потом прошло 2 годинки, и они запизнились на работу. Ну, это, наверное, самый секрет и есть тут, да, что если будильник поставил, то нужно необходимо с самого первого звонка просто встать. Самодисциплина. Да, совершенно верно. А у вас какие секреты? Ой, у меня в жизни многое что поменялось в последнее время. Я сова, любитель поспать, да, вот как бы четко, чтобы как творческие люди там во сне приходят все это творчество, но в последнее время я не знаю. Сова вот смешалась, я просыпаюсь каждое утро в 5:30 и уже не хочу спать, внутренний будильник срабатывает. Ну, это вот, мне кажется, настрой человека с вечера, и когда ты ложишься, засыпаешь, как бы, и перед сном отправляешь вот туда, в небо, что тебе нужно встать вот пораньше, а самое обидное, когда выходной день, тебе не нужно никуда идти, а ты просыпаешься в 5:30 утра и понимаешь, боже, а когда же еще поспать и что еще решить? Вот, маленький совет, ставишь будильник на виброзвоночек, еще где-то 15 минут, как бы, проходит вот дремота, и потом все спокойненько встаешь. Обязательно стакан воды с лимонным соком. Вот тонизирует, ну и программа «Новый день», которая заряжает энергией, которая действительно дает позитивные эмоции. Ще ж, я думаю, дійсно, вже з сьогоднішнього ранку і з завтрашнього наші телеглядачі прокидатися будуть з новим днем, а завтрашній вечір будуть зустрічати разом з вами на вашому шоу «Одного разу в Миколаєві 10 років по тому». Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Артем Систун, голова громадської організації Федерації аматорських миколаївських театрів, та Людмила Оспадова, заступник голови громадської організації Федерації аматорських миколаївських театрів. Дякую вам, друзі, бажаємо творчого натхнення. Заздалегідь вітати не будемо, привітаємо вас вже завтра. Дякую.